В Меликетском районном суде началось слушание уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Муловки. Мужчину обвиняют в преступлении, совершенном в сентябре прошлого года. Голубин обвиняет в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего. По версии следствия, мужчина сбил на дороге односельчанку. В результате женщина получила перелом обеих ног и черепно-мозговую травму.